Добрый день, сейчас вам покажу пальто женское Швейцария. Так, такое пальто. Интересно. Оно идет еще немного утепленное, с антепоном. Размерчик. Так, размерчик не указан, примерно элькам. Пальто удлиненное с сислой, размерчик, размерчик не указан, примерно М-ка. Такое укороченное, так, DKNY, размерчик М. Пальто Only, размер L, идет на кнопках. Такое коротенькое пальто. Так, H&M, 38 размер. Пальто Бершка, размерчик XS. Такое пальто удлиненное. Размерчик 36. Пальто тоже удлиненно идет, так, размерчик 36. Такое пальто с сислой. Размерчик 42. Такое пальто, но более легкое такое. Размерчик не указан, примерно L-ка. Пальто тоже такое более легкое, размерчик М, найдет на поясе. Такое коротенькое пальто, размерчик. Размерчик 40. Капюшон застегивается. Такое удлиненное пальто. Размерчик 38. Такое легкое. Идет на запах и вот на поиске. Так, размерчик не указан, примерно МКЛ-ка. Такое пальто. С-ка. Такое пальто интересное, но тоже идет на поясе, запах, на одной кнопке, размерчиком.
фольто, тоже более легкое такое, накидывается. С этикеточкой. Размерчик. Размерчик не указан, но завязывается внутри. Таким воротом идет. Такое пальто на кнопках идет, мерчик. Ну идет двухсторонняя получается. Да, она идет двухсторонняя. Размерчик примерно М-ка. Такое тоже более легкое, размерчик S, оно идет на крючках. Такое пальто, размерчик M. Спасибо за внимание.